Свеча накала от дизельной автономки, как не советовали, подключить плюс-минус. Если она красным загорится, значит свеча рабочая. Зеленый это плюс, желтый это минус. Свечка загорается, все красное, но автономка с ней не запускается. Видно, что она накалилась. Но автономка с этой свечкой не запускается. Вот, я думал, неисправен блок управления. Поставил новую свечу, все-таки в магазине купил новую свечу. Поставил, и снова свечка заработала. Видимо, подключение аккумулятора к свече накала для автономки не является правильным способом проверки. Вот, сейчас скоро выйдет видео полноценное о ремонте автономки с ошибкой Е03.